Продолжаем выпуск. 15 всадников на скакунах Агымак в честь столетия Карачао-Черкесии и 15-летия Ногайского района совершили конный переход протяженностью 100 километров и прибыли в аул Конхалк на Всеногайский Сабантой 2022, который не одно десятилетие проводится в нашей республике, и даже жара не стала препятствием для проведения спортивной части мероприятия. Сабантой, репортаж Аллы Динаевой. Зародившийся в глубине веков истинно народный, радостный и традиционный праздник Сабантой встречал с утра гостей в ауле Конхалк Ногайского района. От имени главы республики и правительства жителей и гостей поприветствовал заместитель председателя правительства Дженебек Суюнов. Юбилейный 40-й праздник Сабантой прошел в рамках празднования столетия Карачао-Черкесии и в год 15-летия образования Ногайского муниципального района. От имени спикера парламента и депутатского корпуса к собравшимся обратился заместитель председателя Народного собрания Дагир Смакуев. Очень хороший район, так как этот праздник посвящен сельскому хозяйству, и я имею отношение к сельскому хозяйству. Я знаю, что здесь народ очень трудолюбивый. Одни из самых успешных фермеров находятся именно в Ногайском районе. Ногайцы сегодня используют самые передовые технологии, получают самые высокие урожаи. Я вас еще раз поздравляю и желаю, чтобы ваша благодатная земля дала столько много урожая, чтобы весь Ногайский район процветал и жил в достатке. Чтобы одна только проблема была, с кем бы поделиться. Счастья вам! Поздравить с юбилеем республики и всенародным праздником приехали гости из Астрахани, Крыма, Дагестана, Чеченской республики и Ставропольского края. И мы хотим вам пожелать, чтобы все ваши древние традиции соблюдались сегодня, которые были направлены на воспитание подрастающего молодого ногайского народа. Председатель Высшего совета Федеральной национальной культурной автономии ногайцев России Валерий Казаков говорит, что это первый на федеральном уровне всеногайский сабантой, а следующий пройдет в Республике Дагестан. Это будет, значит, второй будет федеральный сабантой. В Чечне будет проходить. Там региональная национальная культурная автономия будет ее проводить. Значит, вот. Потом, значит, Ставропольский край, Астраханская область, Крым. Вот так. То есть через 6 лет вернется Сабантой снова сюда, к Карачао-Черкесии. Песни и танцы дарили артисты, собравшимся на Сабантой. Можно было здесь посмотреть и работы народных умельцев, а тем временем шла регистрация для желающих участвовать в различных спортивных состязаниях. Именно этот камень весом более 80 килограммов уже в 33-й раз используют для испытания силачей. Кто пронесет его дальше, тот и победитель. Выносливее всех оказался Роман Джентимиров из аула Адильхалк. 190 метров я пронес. Но я не ожидал, что я буду первым. Я думал, где-то вот шестой, пятый. Ну, так получилось, что я выиграл. Для местных таких силачей это скромный результат. А ближе к вечеру начался розыгрыш лотереи, которая является традиционным на Сабантое. Солнце садилось, но никто не расходился. Место, где оживают культура и традиции, ежегодный народный праздник Сабантое завершается. Но впечатления останутся надолго, и этот день войдет в историю как день проведения юбилейного праздника Сабантой. И в этом году он прошел на всероссийском уровне. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район.